И подробно поговорим. Здесь в воротах номер первый Алисон Беккер. Он сейчас будет основным голкипером Ромы после продажи Войцеха Чеснея. Между прочим, сейчас Чеснея уже играл в Ювентуса. Далее защита. 13-й Каларов, 5-й Дероси. И группа атаки 23-й Грегори де Фрейль, 8-й Диего Пиротти, 9-й Эдин Джеко, наставника Юсебио Ди Франческо. Это состав Ромы. Еще раз видим состав Ювентуса. Я о нем уже рассказал. Видим расстановку 4. Серба. Маджи. Пиротти выждал паузу. Пиротти, подача, Ругани. Чаругани. Чемпионата. Избежал положения вне игры. Грегори де Фрейль сделал замечательную подачу. Ну и Джеко просто не попал в створ ворот. Он уже был в воротах. А второе преимущество имеет первые 13 минут. Здесь рикошет от Алекса Сандро. И угловой. И в створ не попал хорватский нападающий. Конечно, что она ударом завершилась, потому что тянуть дальше было бессмысленно. А удару пьяничем. Так, с разворота мяч подработав, пробил. Блистательная передача на хорвата. Ну и далее реализация Супер Марио. 1-0. Ювентус выходит вперед. Не успел Жезус, хотя очень старался. И даже